Всем привет, это интернет-магазин Викинга Бутс. Сегодня у нас будет обзор на модель кроссовок для деток старшего возраста. Для подростков это модель Викинг У Левел. Она представлена в разных цветах, в больших размерах. Сейчас мы вам покажем модель в приглушенном розовом оттенке, который даже ближе к бежевому. Модель выполнена из сетчатого материала Mesh, он хорошо пропускает воздух, не дает стопам потеть. В наиболее уязвимых местах идет усиление из искусственной кожи. Модель плотно фиксируется по объему ноги при помощи эластичного шнурка со стопером. Также сзади есть петелька для быстроты и удобства переобувания. Подошвы у кроссовок Викинг У Левел выполнены из натурального каучука с прослойкой Эва. Они хорошо гнутся и не сковывают свободных движений стопы. При необходимости можно вытащить стельки. Они имеют правильную анатомическую форму. Сзади мы видим перфорацию, также способствует тому, чтобы стопы дышали. И здесь есть небольшой загиб под пяточку, ориентировочно 0,5 см. Кроссовки Викинг У Левел подходят как для повседневной носки, так и для занятий спортом. Посмотреть актуальное наличие по цветам и размерам можно на нашем сайте Викинг Бутс. Активная ссылка будет под этим видео.